Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Юди, за микрофоном по-прежнему я, Андрей, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игрушку под названием «Ведьмак 2. Убийца королей». Я тут за кадром немножко проебался, так скажем. Я забрел куда-то к Лоредо. И что-то тут происходит. Громко очень сильно. Так. А, мне еще здесь и стелсить надо. Я, короче, если честно, реально не понимаю, что происходит. Потому что я хотел другой квест пойти сделать. Ну как квест сделать? Ёб твою мать. Да я тут, ну... Твое счастье, что тебя комендант ждет. По-моему, я что-то сделал не так. Поймали. Подожди, я отгружусь еще раз. Хочу по-человечески пройти уровень. Какое-то ведро запнулся. Ведьмакам баб пялить без надобности. Знаете почему? Потому что дрочим много. Молчат! Я тебя научу уважению к старшим по званию. Еще раз. Через крапиву проползаю. Ныкаюсь за камнем. Додик уходит. Об ведро главное не запнуться. Бэнкс. Грибы. Да, забираем обязательно. Заперто. И что мне делать? It's a big problems. Товарищи. Как мне проходить-то? У меня вопрос. Так, ну ведро. Найти часть ловушки. Открыть. Но там заперто. Чё мне делать? Двоих дурачков я отхреначил. А дальше-то? Непонятно. Лучше только у Камелька и что-то как будто не так. На счастье, господин комендант обо всем позаботился. Говорят, ведьмакам баб пялить без надобности. Еще раз, давай я квест прочитаю. Когда Геральт понял, что Лоредо обсуждает важные дела с магичкой, ты едва не вздрогнул. Тут следует напомнить, что ведьмак питает особые чувства к чародейкам. И иногда ни одной не пропустит. Чего? И никогда ни одной не пропустит. А мастерица магического искусства испытывает к нему исключительное расположение. И вот оказалось, что чародейка втайне ведет важную беседу с самым влиятельным человеком в городе. Геральт был просто обязан подкрасться к дому с заднего двора и попытаться услышать что-нибудь. Нужно добавить, что от одного купца Геральт узнал, где раздобыть ловушки против чудищ. Даже в такие минуты ведьмак размышлял, как бы изловить живущее в реке чудовище. Могло бы оказаться, кстати, чтобы получить... Нашему герою нужно было только пробраться на задний двор резиденции, обследовать сундук на деревянном поместье у стен. Меньше чем за 10 аренов я и ухом не поведу. Ну, проблема-то в том, что у меня ключей нет, чтобы пробраться на задний двор. А это вообще так должно было быть? А, погоди. Погоди-ка. Тут можно в окна поглядекать. Клад ли тебя найдет? Чу? Волшебный клад, красногрева лист. Ты чё, бабка? Краснодрево лист силу даст тебе. Так. Паутину снов навсегда порвет. Кокаин. А здесь что? Здесь же ничего не происходит, правильно? Я ползу дальше, да?
Открыть? Ну не открываются ворота, я что сделаю-то? А, ёбаный насос, я дебил. Все нормально. Все хорошо. Я просто дурачок. Мне можно. Мне простительно. Так, F5. Ползу дальше. Ой-ой-ой. Меня сейчас спалят. Меня сейчас спалят. Там чародейка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотри, и там кто-то стоит. Сейчас, погоди, караул пройдет еще раз свой маршрут. Так, тихо. Нет, рано. Встань к стене, пожалуйста. Иди, конечно, говно, ну а что делать? Полное говно. Да я... Твое счастье, что... Перезагружаюсь, я хочу застелсить эту миссию, прям как надо ее сделать. Я, если что, сачок попиваю. Вот сейчас можно было его жахнуть, но я бы не успел подойти 100%. Ща. Жди. На, отдохни. Так. Следующий шаг. Надо додуматься, как его вырубить. Он стоит. Давай иди. Ты будешь ходить? Что-то непонятно, будет он ходить или нет. Может мне походить? Он как будто встал и все, и стоит. Ладно, я зайду без тебя. Раз ты все равно тут. Сука. Во флот замева. Че за дебилизм? Да говно! Сейчас все будет. Сейчас я смогу. I can't smoke. Вот он все встал. Стоит. Банг по голове. Все, еще раз собираю траву. Вот этот идет сюда. Да ёб твою мать! Да господин я, комендант. Да, нужник искал, пацаны. Никакой господин комендант, все нормально, а подслушать разговор. Дай грузить. Паркуемся. Иди давай. Тихо. Ушатал. Не успею. Успел, прикинь. Я жесткий. F5. Я сейчас еще одного оглушу, чтобы он мне точно уже не мешал. Так. Я буду преследовать тебя везде. И однажды, когда ты отвернешь, то получишь по голове. Тара-та-тара-та. Та-ра-та-та-ра-та. Та-ра-та-та-ра-та. Цветочки я люблю. И грибочки тоже люблю. Так, ну все, отлично, в принципе. Я могу теперь ходякать здесь. Спокойненьким образом. Еще и золото подрезал. Вообще кайф. Теперь, перед тем, как... залезть в окно, нужно ограбить местный склад. Обязательно. Так. Опа. Железная рама. Доспех остро... Короче, какой-то доспех четкий.
Сейчас посмотрим, лучше он моего ворона или нет. Куда ты пополз? Ты дурак? Он дурак. Не обращайте внимания. А, так, 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 так. Еще пару ящичков. И теперь что насчет доспеха? Плюс 7, здоровье плюс 30. А, сопротивление магическому урону плюс 2. Сопротивление кровотечения плюс 14. Сопротивление отравлению плюс 14. По факту, если обвешать этот доспех приколами всякими, которые у меня вроде как даже и есть. А, нет, нету. А, нет, есть. Посмотри, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Это что получается? 7 плюс 3. А, я только один могу прикол повесить. Печально. Ну я пока и тот потаскаю с собой на всякий случай. А, это, кстати, тот подвал, который... О, я догадался, что это за подвал. Это тот подвал, в которую пещеру я миллион раз заходил. Да-да-да, это я. Так. Ползу. Это что? 50 аренов. Тихо вы, голубьёки. Комендант, ты, наверное, забыл, с кем имеешь дело. Ты меня за дурака держишь? Очень человека, интересный момент. Который снимает стражу с улиц, чтобы охранять ковры, тряпки и пряности, отобранные у купцов? Скорее за идиота. Ты так хоть понимаешь, какая на тебе лежит ответственность? Не учи дедушку кашлять, чародей. Я пока попью, я с вашего позволения. Флотзамом много лет. Флотзамом правит страх перед Йорвитом. Этот страх правит и тобой. Я уже сказал, что мне нужно. Ты как ребенок, у которого отобрали конфетку. Ох, комендант, однажды тебя возьмут за шкирку и вздернут на первом суку, как обычного разбойника. Впрочем, ты от разбойников недалеко ушел. Однажды и тебя отправят на костер, как обычную ведьму. Хватит. У тебя в голове помутилось от страха. Подумай над тем, что я сказала, и дай ответ, пока не поздно. Так, все, валим с хаты. Давай спускайся. Главное, чтобы меня сейчас никакая бабка не спалила. А господи, спрыгнул бы. Тут падать-то невысоко. Валим, 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 валим. А кстати, это что такое? А, это этот. Скажи, я скажу. Место, где проводятся кулачные бои. Я, кстати, прошел, да, местную кулачку. Ну, подумал то, что это... Не сильно как-то повлияет на прохождение. Это просто обычная кулачка была. А здесь-то они вырублены, я надеюсь. Чпок. Да, спят. Мальчики мои хорошенькие, отдыхают. Но проблема-то в том, что а зачем мне кусок этой? Здорово, верно. Мне сразу не понравился. Лореда хранит здесь подарки от местных купцов. Похоже, он ждет нападения Йорвита. Ну давай. Кстати, я слышал разговор коменданта с Шиалой. Не знаю, что они там обсуждали. Но мне кажется, Лореда пытается провернуть с ней какие-то дела. Посмотрим, что он скажет. Человек теней. Успешно пробраться в сад Лореда и подслушать. Да, достижение хорошего. О, скилл появился новый. Да-да-да-да-да, вот это мне по-любому надо. Позволяет отбивать стрелы, восстановление энергии. Я не знаю, правильно я делаю то, что обучение качаю. Путь основных ведьмачьих навыков. Но мне кажется, да. Я успею еще уровней-то накачать. Ходи. И куда идти? Хибара-то не маленькая. Тебе, то есть вам, значится,
Никуда ходить не надоть. Сучий потрох. Ладно. Только без скандалу. Не то вызову под... Не нужно. Ну да. Передай Лоредо, что я понял, к чему он клонит. Ну, бывай, Роше. Ладно, куда чопать-то? Я хочу вон там к бабке зайти, заглянуть. Она там что-то мутит. Интересная. Такс. Прохода нет. Чё? Почему? Хорошо. Сюда, так сюда. Ты к коменданту? Да, я. Я к нему дело. Желаю удачи. У него, похоже, скверное настроение. Есть причины? Лучше поговорим об этом в другой раз. И определенно в другом месте. Да без проблем. Мне еще с тобой насчет тролля надо поговорить. Так. Опа. Нужен ключ. Ключа у меня, соответственно, нема, да? Вот только по разрешению коменданта. Да пошел ты в жопу. Ну вот и ты, наконец-то. Так. Меня не пускали, пока здесь была чародейка. Ты ее видел? Размалевана, как маркетанка на марше. Чародейки думают, что им все можно. Я слышал о том, что произошло в Тимерии. За тобой выслали розыскную грамоту. Да пофиг. Дело паскудное. Но я думаю, мы как-нибудь договоримся. Я представляю здесь закон. Я хочу знать, что легендарный Белый Волк ищет в нашем медвежьем углу. Я ведьмак. Убиваю чудовищ за деньги. Не буду ему ничего рассказывать, он мудак какой-то. Есть право на тайну. Но я надеюсь, что больше ты не станешь подрывать мой авторитет. Что у тебя с Вернаном Роше? Почему ты его не впустил? Роше? А ты знаешь, что про него говорят? Люди вроде него сперва действуют, а потом уже думают. Неправда. А нормальное Роше. Действовать, то почти всегда льется невинная кровь. Ну да, ну да. Я надеюсь, что ты на нашей стороне. На которой? Людей из Флотзама, которых много лет пытаются истребить эльфские бандиты. Местные раздоры меня не касаются. Да. Ты ведь убивал эльфов у стен Флотзама. На нас напали. Ты просто не понимаешь. Да, это конечно. Ты чего-то не понимаешь, Лоредо. Я, строго говоря, тоже не человек. Может, ты эльф? Краснолюд? Нет? Тогда хватит молоть чепу. Мне насрать на то, что тебя обзывают выродком, что у тебя белые волосы и глаза светятся. Ты такой же человек, как и все. Это первый, здесь, по-моему, война. Кто-то это сказал. И верхом на заборе не усидишь. Давай к делу, комендант. Ты ведьмак. Твоя задача защищать простых людей от чудовищ. И чё? Я же охраняю людей от опасности, притаившейся среди деревьев. Ты ненавидишь нелюдей? Я ненавижу Йорвита. Ненавижу труса, который вместо того, чтобы сражаться с солдатами, нападает на безоружных. Ублюдка, который, убивая женщин и детей, кричит, что сражается за свободу. Он чудовище, Геральт. Да не психуй ты. От которого я и пытаюсь защитить людей. И тот, кто ему помогает, для меня и сам становится чудовищем. Я понял. Я не прошу, чтобы ты его убивал. Даже тебе не справиться со всем его отрядом. Mm-hmm. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но я не буду вдаваться в подробности. Белки что-то замышляют. Они подбираются все ближе к гавани. Есть подозрение, что они хотят захватить барку, которая у нас пришвартована. И чего ты хочешь от меня? Покуда Йорвит на свободе, люди, эльфы и краснолюды не смогут жить рядом без взаимных подозрений. Я должен разузнать, что затевают белки. Я-то как тебе помогу? Ха! Ты недооцениваешь меня, ведьмак. Я иногда пристрастен, но я не посылаю на виселицу невиновных. Хотя однажды с нелюдьми придется что-то делать. Вот, к примеру, твой дружок Золтан. Он же общался с Йорвитом. Как он мне поможет, если его за стены не пускают? Пум-пум-пум. Не торопись, Геральт. Пока что-то непонятненькое очень сильно. Постепенно, шаг за шагом. Убей Кейрона, и я прощу твоим приятелям все грехи. И тогда Золтан приведет тебя к Йорвиту.
Я поговорю с Золтаном. Надеюсь, ты примешь правильно. Я не дал ему четкого ответа, согласен я или нет. Я сказал то, что я подумаю. Ни больше, ни меньше. Так, это все мне в кармашке. Я, кстати, тут разгрузил. А, уже не разгруженный. Уже нагруженный опять. Неохота мне таскать с собой много всего. И, кстати, да, я тут заметил то, что мне дали... Прохода нет. Иди в жопу. То, что мне выдали, короче, рецепт хорошего серебряного меча. И поэтому, что я хочу сделать? У меня уже есть... Не забудь свою железяку. Да помню я. Так, и поэтому я хочу... Что я хочу? Я хочу сделать себе охрененный меч. Кейран. Чё за Кейран? Беда с троллем, убийцы королей. Вопрос цены. Я хочу с сердцем Мелителли еще закончить квест. Как раз ночь, им надо встретиться у алтаря. С бабцой, так что давайте я сейчас туда... Быстренько добегу. А уже днем. Да, днем мы с вами забежим к местному кузнецу. Сука, что опять где надо? Ты был? Я бегал. Ищу какого-то эльфа по имени Седрик. Не ввязывайся в этом. Купцы обещают за убийство монстра хорошие деньги. Деньги? Не главное. Главное? Может быть. Но лишними они... Я ей... Шиали? Почему? Почему? Она давай, могущественная чародейка. И быть ее врагом небезопасно. А другом еще хуже. Я знаю, что она тебе не нравится. На то есть причины? Я просто предупреждаю. Спасибо. Попробую узнать у нее. Ну что? Я отправлюсь с ней на охоту. Но сперва надо найти Седрика. Тогда пойдем к нему. Он насторож... Ой, с тобой куда-то ходить я не пойду. Я знаю, где Седрик сидит. Он, мы уже с ним общались. Я ему даже денег давал, чтобы он мне продал одни очень интересные штуковины. Специально по квесту, по которому я сейчас иду. А, и да, я еще взорвал эти. Наконец-таки. Логово нахеров. Но что-то их меньше от этого не стало. Отстаньте. Я с вами не играю. А, отстаньте. Я бегу по квесту, никак не по-вашему. Все, убирай свою палку-ковырялку. Давай, нормально, дойдем сейчас. Я как понимаю, мне надо где-то вот здесь вот пройти, да? Он там еще бегает. I feel good! На-на-на-на-на-на! Отвалите от меня, черты позорные. О, еще и в капкан наступил. Да ёбаный рот. Что-то я разматерился опять. Отвалите, твари. Нежить сраная. Такс. Здрасте всем, привет всем. Я пришел. И чё тут? Алтаря выспас... Вейопаст... Чего? Вейо... Вейо... Патиса, Вейопатиса, ёб твою мать. Так, ну я пришел. В данном месте никогошеньки нету. Ну давай я попробую скипнуться до этого еще раз. Ожидание. Полночь. Он кто-то прошел. Блин, она в деревне оказалась каким-то образом. Кто-то бежит. Она прошла здесь, как я понял, да? Просто пробежала.
Не прикольно на самом деле. Я не согласен с таким исходом. Может, мне к ней реально надо подойти и сказать, все, пойдем, или что, или как? Даже не знаю. Давай попробуем прям к ней на хату завалиться, сказать, здорово, мать. А, ты застряла, ёб твою мать. Прикольно. Ну ладно, хоть я ее пришел вытолкнул. Что, красот захотелось? Да, красот захотел. Она опять застряла? Она... Тупая, давай иди быстрее, пожалуйста. Где там это место? Вот здесь, да? Ну пойдем. Ну-ка, давай ожидание. Она ни хрена не ускорилась. Ожидание. Она не ускоряется. Я только время проматываю. Давай я за ней дойду. Встретимся уже, когда с ней можно будет поболтать. Ну давай, ковыляй же ты быстрее. О, спасибо. Так, к слову, реплей. Ага. Я наконец-то. Заходить в этот лес, особенно ночью. Белок я не боюсь, а особенно против чудовищ у меня есть свои приемы. Особенно интересно. Я еще и виноват, да? Это место скрывает такие тайны, которые даже ведьмакам не снились. Да? Пока что главная загадка для меня это ты. Зачем я тебе понадобился? Я не знаю этого ритуала. Увидишь, когда я начну обряд. Давай. Ты готов? Да. Начнем. А теперь смотри, ведьмак. Ты мразью станешь какой-то лютой. Дерись с ними, чтобы я могла завершить ритуал. Ты гонишь, нет? Столько уродилось. Дерись, говорит. Ты классно придумала, я тебе скажу, сестричка. Говорит, дерись. Всего-то какие-то привидения, да? Против которых, как бы, ну, там подготовиться, там немножко надо. Но явно не на это, не так просто лезть, там, эликсиров бы вбахнуть. А я еще даже не сейванулся рядом с ней. Сука, бля, какой бред. Тише, мрази. Так. Ну слушай, их меньше не становится. Я пытаюсь контрить их всех разом, но что-то... Что-то как-то тяжко, если честно, пока что. Нахрен ты к этой-то полез? Ну их вообще прям меньше не становится. Убиваю одну, вылазит еще две. Ой-ой-ой-ой. У меня сейчас песня в голове. Азишь, мразишь. Бачком не влазишь. Че за бред происходит? Насколько сильно далеко меня откинут, мне интересно. Ох, жарко как. И хер знает, что с этим делать. У меня вроде батареи-то даже не включены. Все равно жара ужасная стоит дома. А, я тебя услышал. Ладно, хорошо. Я тебя понял. Сейчас все будет. Так, попытка 2. Да, сейчас будем с ними снова драться. Но я в этот раз более готов. Я всосал эликсиров. Заранее здесь же сохранился перед диалогом с ней. А еще... Я сделал себе новый серебряный меч. Вот так вот. А это все из-за этой мрази со своим квестом. Это если бы не она, все бы было норм. Может, здесь надо определенное количество убить призраков, и тогда все будет нормикс? Но, если честно, хз. Сколько их надо нарезать здесь? Я-то могу много.
Только вот то, что у меня хилит ласточка, и у меня повышенный урон. Мне как-то особо не помогают, если честно. Сколько мне надо продержаться с ними? Вот реально. Сказали бы, типа, убей столько-то их. Все было бы круче. Я бы шел к какой-то цели, а тут мне просто можно прыгать, крутиться, и я без понятия, сколько мне их нарезать надо. Ой-ой-ой. Нехорошо. Ай. Не, хрена, появляются еще. И меня почти не хилит ласточка, меня это печалит. Тихо, дурные вы привидения. Я так с вами не играю. На, бля, по сусалам. Попалась, дура. Интересно, сколько их еще? Вот-вот мне тоже интересно. Палкой своей махаю здесь. Почем зря? У меня, правда, есть 100%. Ну, типа... Они меня... Они же не коцают меня вообще? А, они у меня энергию расходуют. Вот в чем смысл. Ладно, понял. Не, их так и так резать придется, я уверен. Вот только вопрос в том, сколько их надо нарезать. О, смотри, вроде одна пропала. Дура. А, не, ни хрена. Ой-ой-ой, страшно, врубай. Отстань. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я колобок, мне пофиг. Больно. Колдуй быстрее, по-братски. Мне тут неуютно вообще, я уже потный весь сижу. Устал тыкать перекаты. Ай. Перекаты устал тыкать и... В принципе... Сражаться с ними. Ах ты, мразь, задела ведь. А у меня столько здоровья было. Сейчас я подальше от нее отойду. Сражайся, говорит, с ними. Прикольно придумала. Вот и квен кончился. Прям моментально все. Согласен. Давай, колдуй быстрее. Я не знаю, сколько просто это должно продлиться. И еще проблема в том, то, что у меня зелье скоро закончится. 5 минут я уже с ними кувыркаюсь здесь. 5 минут. Дуры. Вы дурочки. Не подходите даже ко мне. Рука мокрая просто. Призрак. Хуизрак. О, 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 о. Слава богу, что не задело меня. Чего я так стану? Не знаю. Квен еще падает от единственного касания. Если в меня камнем кинуть, квен тоже пропадет, интересно. Да они не кончаются, мать, ты можешь быстрее колдовать? Ай-яй-яй, опять квен слетел. Одну хотя бы тычку сделал. Уже радует. Дура, уйди от меня. Ой-о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 й. Про MLG геймер в деле, видали? Как четко квен использую.
Может, мне их просто в определенной области на... О! Слава богу. 8 минут прыгал я с тобой здесь. Ох, аж и голова зачесалась. Ну чё? Ну как? Получилось? В сердце Милетели вернулась прежняя сила, я чувствую. Так. Я не подозревал, что ты способна на такие обряды. Думал, раз я деревенская ведьма, то только и умею, что раны хлебом с паутиной залеплять. Да. То, что ты сделала, ближе к настоящему чародейству. Чародейки, ученые книги, школы магии, что они понимают? Магия, ведьмак, это трепет сердца и запах мокрой трухи. Это боль по животу, понятно, короче, опять какой-то бред. Когда лемех обходит гнездо полевых мышей, когда люди до криков любятся под молодой луной. Да мне насрать на твои крики. Все видела. Я могу этим управлять. Я не поменялась бы своей силой и своей судьбой ни с одной чародейкой. Давай мне сюда, мой амулет. И что ты хлопаешь, слышишь на меня? Не уверен, что я правильно понял, но я действительно восхищаюсь тобой. Возьми этот амулет в память о нашей встрече. А может, еще кое-что в память? Тебе. Ты помог мне его раскладывать и не потребовал ничего взамен. Великодушие — редкая черта. Сердце Милетели снова приносит удачу. И я думаю, тебе она пригодится больше, чем мне. Спасибо. Заходи, если что понадобится. Не так страшна ведьма, как ее малюют. И чё это такое? Сердце Милетели, восстановление здоровья плюс один. И куда оно вешается? Невозможно выпить действие с этим предметом. Отлично. И нахрена оно мне? Не. Ладно, мать. Давай я помогу тебе здесь. Всё. Иди давай дорогой своей. Ну все, он умер. А, нет, еще один пришел. Сбрил. Да какой Вильё Патис? Давай уже. Ёпта. И почему у меня, кстати, не активируется эта фиговина? Все, могу лутать эссенции. Да. Давай. Используй амулет. Короче, все, в жопу. Не хочу я с ними драться. Неохота вот прямо. А, Кейнран, вопрос цены. На-на-на-на-на-на-на-на-на. А, наш герой пошел на торговлю с купцами. Подожди, а здесь что с троллем? Ладно, мне в любом случае в город бежать. Во-первых, вопрос цены надо урегулировать. Во-вторых, надо пообщаться с Кейрой Мэтс. Ой, Кейрой Мэтс, говорю. Шалой Дет... Её, кстати, по-разному. Где-то кто-то там... Тенсервиль, Танкервиль. Короче, Шалой просто надо пообщаться. Детенсервиль. Все. Будет, пусть будет Трансильвиль. Трансильвиль, Трансильвиль. Не важно, в общем. Чего вы тут стоите, полупекеры? Я иду в город. Мне плевать на ваши эти приколы, которые вы здесь хотите делать. Я своей дорогой. Хорошо? Хорошо. Такс. Ну, с купцами на призраке, на пристани надо поговорить. Только это, скорее всего, надо в полдень делать. Ну или там, когда. О, куда я зашел? На пробел нажал, что-то сделалось. Так. В таверне ничего интересного нового не происходит? Вроде нет. С Золтаном я, кстати, поговорил. Я поговорил с комендантом. Этот сучонок только и ждет предлога. Любые провокации со стороны Йорвита, и Лоредо устроит резню. С чего ты... Сам слышал? Так. Лоредо как-то ночью шатался в порту. Разговаривал сам с собой.
пьяный как тролль, и смердело от него не лучше. Говорил, мол, новые порядки, мир для людей, все такое. Смеялся, орал что-то в сторону тюремной барки. Эта гнида точно что-то замышляет. Да я согласен с тобой, Золтан. Это вроде как чует и старается коменданта не провоцировать. Только у его с Каэтэлей может быть другое мнение. И нервы послабее. Угу. Понял тебя. Ладненько, так, мне... о, нихера себе, куда можно выйти отсюда. Я даже не знал. Ну ладно, я в любом случае хочу немножко сейчас другое сделать. Я хочу к Шиале зайти, которая находится на втором этаже. Ну, по ее личным словам. Да не говори, хвала богине. Так, и где она? Она сказала, на втором этаже. Может, та, которая комната была закрыта? Да, скорее всего, так и есть. Почему нельзя снять себе девочку? Ни одного секса еще не было за всю игру. Вот, что-то есть. Сукно. И вот еще в сундучке что-то. Арены. Аккуратные записи. Ну-кась. Без сомнения, это Кейран, то самое существо, о котором говорится в отчетах прошлых лет. Выбор книг у местного книжника оказался удивительно богатым. Я перевела некоторые наблюдения на мосту. Чудовище гораздо крупнее, чем я полагала. Скорее всего, я с ним одна не справлюсь. Сразу что, изучу вопрос более основательно. А на это нет времени. Ведьмак? Да, обязательно ведьмак. Ведьмак. Я ждала тебя. Да, да, нам да. Предстоит убить монстра, который способен утопить целый корабль. Боишься? Нет. Нет. Но лучше выманить его на берег. Предоставь это мне. Хорошо. Мне не терпится взглянуть, как ты будешь его выманивать. Уж я постараюсь, а вся слава достанется тебе. Слава? Ты будешь убивать его на берегу. Так, подожди. Вот это. Алхимики используют ткани троллей для опытов. Так ведь? Их глаза и сухожилия входят в состав многих магических средств. Рафар Белый ставил эксперименты с кровью троллей. Пытался доказать, что она ускоряет регенерацию. Он ошибался. А зачем алхимику может понадобиться целая троллиная голова? Не знаю. Разве что как трофей. Пум-пум-пум. Как успех? Если мы будем работать вместе... Ты так думаешь? Короче, не, это не интересно. Я здесь буду только сколько? Ради диалога про тролля. Мне, если реально, честно, не очень хочется с ней тут говорить, что-то за жизнь трепаться. Может быть, это надо было бы сделать, но нет. Так, надо вопрос цены урегулировать. С купцами, с местными. Ну, конечно, мы сейчас этим займемся, потому что я чу. Они бабки просто так, что ли? За Кейран. Привет тебе от коменданта Лареда, мразь. Сучора. Все. И че это было? За прикольство. Коменданта Лареда. О, серебряная руда. В следующий раз буду, когда серебряный меч себе какой-то делать, обязательно использую. В скобочках, нет. С кем? С тобой поговорить? Я так понял, у купцов какие-то неприятно. Ничего себе какие-то. По трактам не проехать, в лесах полно бандитов, гавань перекрыта водным монстром, а вдобавок еще и пошлины поднимают. С пошлинами я тебе не помогу, а монстром могу заняться. Чародейка тоже так говорила, а результатов никаких. Она попросила меня помочь. А кто тебе платить-то будет? Ты. Как раз это я собирался обсудить. Ха. Чародейка должна была сама управиться. Мы работаем вдвоем, значит, стоим в два раза дороже. Ты, наверное, шутишь. Нет. Ты заплатишь нам в два раза больше того, что обещал госпоже де Тансервиль. Интересно, прокатит?
Хорошо. О! Вы люди серьезные, лишнего не запросите. Договорились. Расскажи, что ты знаешь о чудовище. Это ж ты здесь, ведьмак, чири, тебя задери. Я в этом не разбираюсь. А кто может о нем что-нибудь рассказать? Может, этот стукнутый, эльф Седрик. Он много о монстрах знает. А хорошо, теперь оставь меня в покое. Вопрос цены мы урегулировали. Что дальше? Беда с троллем. Обсудить с друзьями, что могло произойти с троллем. Я даже не знаю. Но я уже сделал вроде как все, что могло бы быть. По крайней мере, в гайде писали то, что надо поговорить только с Золтаном и Шалой. И больше ни с кем. Поэтому я даже не знаю. И все куда-то мои друзья подевались резким образом. Я даже не знаю, куда они делись. Не пропусти слева. Странно. Ну ладно. Будем на этом, наверное, заканчивать сегодняшнюю серию. Огромное спасибо вам всем за просмотр. Если понравился данный видеоролик, поддержите его лайком, подписчиком на канал, конечно, комментарием. А так, всем до новых встреч, всем удачи, всем пока-пока.